У заброшенных околиц, где стоит собачий лай, стал являться чудотворец, мерликийский Николай. Шла по полю атеистка, говорила, Бога нет. Вдруг из лунного огрызка появился странный дед. С виду сухонький, как жила, а глазами так и ест. С перепугу наложила на себя гражданка крест. Пьяный парень ухнул в речку, юркнул в воду, как игла. Мать-старушка тут же свечку перед образом зажгла. Враз очнулся парень в лодке, видит рядом старичок, желтый венчик при бородке, душ заблудших рыбачок. А еще такой был случай, баба шла поить коней. Вдруг из леса серой тучей набежали волки к ней. Тут же с неба ровно с елки старичок суровый слез, и обратно злые волки убежали в темный лес. И еще иные были, мы слыхали тот и там. Те иные позабыли, эти бродят по пятам. То не бурею над Русью с неба молнию свела, Николай шагает с грустью в позабытое село. Обойдя земную область, весь в росе, как от козьбы, он смиренно входит в образ посереть кривой избы. По России век раскола, лишь хозяйке невдомек, отчего святой Никола весь до ниточки промок. Оботрет Николу тряпкой и всплакнет, как о родном. Яркий свет над темной бабкой вдруг заходит ходуном. На главу сойдет витая и угаснет на челе. Затаилась Русь святая на заброшенном селе, затаилась Русь святая на заброшенном селе.